Стол накрыт, осталось лишь дождаться гостей. Виталий и Любовь Агаповы готовы к празднованию торжественной даты. 50 лет совместной жизни в браке. Супруги помнят день знакомства, как будто это было несколько дней назад. Пришла в кино. С девочками как-то сразу дружбы вроде не залаживается. У меня с мальчиками было проще. Подружилась с мальчиками, общалась со всеми. Вот. Много его друзей обращали внимание, но почему-то вот среди всех мальчиков выбрала Виталия Агапова. Потому что он был очень добрый, внимательный. Он много не говорил, но знаки внимания указывал какие-то особенные. Вся жизнь Агаповых в старом фотоальбоме. Вот день свадьбы, совместные посиделки с друзьями и родственниками. Вместе они пережили и настоящую трагедию. Сначала умерла сноха, а следом за ней и сын. Смириться с утратой помогли внуки, которые сейчас самая настоящая гордость для дедушки и бабушки. Сын со снохой умерли. Вот. Воспитывали двух внуков. Воспитали. Один мастер спорта международного класса. По вольной борьбе, занимается с детьми сейчас тоже. В Дагестан уехал, 15 человек увез мальчиков отдыхать. Второй в МЧС работает. На дачу ездим, да. Ну, на выходных к ним приезжаю. Ну, купаемся. Так, помогаю в огороде. Они много разных советов дают. Поддерживают также, друг друга помогают они. Несмотря на долгую совместную жизнь, Агаповы смотрят на друг друга, как и 50 лет назад. Сегодня они принимают поздравления близких людей. С теплыми пожеланиями в гости к юбилярам пожаловал и Рамиль Мулин. Хочу поблагодарить то, что вот вы не потеряли себя, не просто потеряли, как бы не просто так вот с этой болью жили, а помогли этим внукам стать. Мы гордимся тем, что они сегодня являются звездочками Нижнекамска. Это, наверное, конечно, большая ваша заслуга. А то, что вы прошли путь и очень много сделали для Нижнекамска, это уже отдельная история. История действительно заслуживает быть отдельной. Всю свою жизнь Чита Агаповых посвятила производству. Например, Виталий Александрович является ветераном труда. Его имя занесено в книгу почета производственного объединения «Нижнекамск-Нефтехим». А Любовь Михайловна награждена почетным значком «Старейший энергетик Татарстана». Сейчас супруги на пенсии. Свободное время посвящают работе в огороде. Денис Макаров, Максим Липин, новости НТР.